Я помню, Джохан что-то говорил про праздничный видос или что-то вроде того в честь двух лямов. Кстати, два ляма у Джохана, надо его поздравить. Так. Я сижу и думаю, вот с чего начать ролик, что сказать. И понял, что, наверное, я даже не буду в голове какую-то конструировать модель, просто скажу все, что там содержится. Огромное спасибо, два ляма, это просто капец. Я никогда не мог представить, что на канале будет такая цифра. Даже в самых влажных своих мечтах, наверное, мне виделось, ну, миллион максимум. Но два это в два раза больше. Огромное, искреннее, всем спасибо. Действительно спасибо. Не буду сейчас сильно распинаться, я в любом случае делаю еще один ролик, который постараюсь выложить на следующей неделе. Но я ничего не обещаю, боже, как все непонятно в этой жизни. И кроме прочего, мы с вами еще и пообщаемся завтра на стриме этими. В 8 часов, куда я вас и приглашаю. Все, еще раз большое спасибо и хорошего просмотра. Я пойду вот это конец видео. Вась, это ты? Стой, это ты? Я побежал резко. Сел. Да. Все, я тебя вижу. Вот. Твою мать, ты меня решил экстрим задать с первых секунд. А что ты в своей шапке такой? А это кто? Он сверху. Двое там, какой из них? Давай, Вась, я первый. Ты дробовик, близко, вблизи. Ааа, это не он был, это не он. Это не он, возьми его калаш. Калаш. Вась, меня что, видят? Вась, это ты? Нет, я убил. Не заряжен. Заряжен автомат. А ты, это ты? Это я, спокойно, твою мать. Это... Я же... Паникующий тиммейт, это просто. Так, это что, это каша? Гречку, возьму гречку, успокоюсь. Какой-то полный. Слушай, слишком много экшена на квадратную секунду. Типа, я не могу, подожди. Секунду. Я только зашел, успокойся. Это Тарков? Кто-то крадется сюда. Темный очень. Ты же жив? Я же жив. Я пожалуйста, не ходи поверху, там же тебя просто уничтожат. Шапочка. Помпон. Вась, ты ходишь? Нет. Не ты ползаешь? Я застрял. Вась, я застрял. И все. Остановись! Тихо. Что скажешь? Скажу, что я что-то слышу, но пока не понимаю, что. Сейчас гляну. Это я! Я ж прошел по трубе, блядь, ну вернулся. Ты ходил, ты громко дышал, блядь, слишком. Я слышал какое-то дыхание или какую-то хуйню, ты же сказал на трубе, я ж думал, ты снаружи. Я обратно пошел, прогулялся, блядь, я вчера Марина также точно в***л, просто точь в точь. Я вижу, как... Это ты. Это я, да, меня не, это я. Это... Я подумал, ты через право. Это постоянные проблемы в Таркове? Или как бы... Пошел просто. Где он, чувак? Он отсюда стрелял откуда-то, из этих кустов. Или через щелочку какую-то он стрелял, говноед. Я не знаю. Не пугай меня. Я здесь видел этот спрей. Вот он. Отсюда. Откинешь, кто? Как? А, это был ты. Если честно, я ненавижу Тарков. Я устанавливаю его каждый раз просто потому, что у меня короткая память, я забываю, как я его ненавижу. Если вы меня спросите, почему, то я вам не смогу сказать конкретно одну причину, потому что их слишком много. Ну что? Мы что, ночью пошли? Может, сразу просто друг друга положим и черт с ним? Как я не заметил, а? Это что за око Саурона, твою мать? Он не пугает так. Вась, некомфортно мне на сиденье дороги. Не, единственное, что нужно тебе сейчас сделать, это максимально сфокусировать все свои слуховые возможности. Тарков, это игра для тех, кто хочет страдать. В смысле? Что ты делаешь? Тихо! Да я тоже. Тихо! Это я. Тихо! Нет, все в порядке. Ты ума, ты ходишь как будто сбоку. Я думал, там кто-то сидит. Её что, наушники не то что надет? Мне вроде все нормально. Я слышу твои звуки, животные, блядь, ты меня чуть с ума не свел. Главное, чтобы это не закончилось плохо, типа. Я, конечно, перед выставом спрошу, ты ли это, если я увижу раньше. Но ты, главное, ответь как-то корректно, так, чтобы я точно понял. Ты ли это, ты сразу присаживаешься. Ты? Нет. Пошел в гаражи. Вась, ты целишься или нет? У меня перезарядка! Присядь! Вот присел! Все, понял, это отлично. Убил нахуй. Хорош, у меня тут тоже тип есть. Ногу ломанул. Блин, думал, я сейчас друг.
Все, добил ты его, хорош. Все. Я думаю, что Патриков... Вась, кто-то бежит, ты убегаешь! Я дебил, ты не пугайся меня. Я перелом, лол. У меня боль, тремор... А, у меня обезвоживание, да, походу? Да, обезвоживание тотально. Пить. Бля, у тебя сок был где-то. Есть, да, скину. Дай половинку. Выпей половину и дай мне половину тоже. Яблочный. Ай, чё так мутит? Половину. Это из-за дождя или это из-за обезвоживания? Ааа! Нифига себе! Блин, со вкусом чего он был? Со вкусом свинца! Аппетит! Держишь руки, просто и тебе прилетает в социальную... Вась, так прям тут был тип, ты как его не заметил, скажи мне? Где твой сок, блядь, отдай мне его, блядь. Я зато могу теперь выпить весь сок. Я не успел? Не говорю. Нет. О, стой! Это проклятый сок! Сука, я только глотнуть его успел. Глотнуть успел, и тут же кончился. Вась, у меня все темнеет в глазах, я жрать хочу, как ебать. Вась, я пить хочу, ты жрать хочешь, куда мы пошли, блядь? Ну, пожалуйста, дайте покушать что-нибудь, блядь. Мне попить надо. Ты умираешь? А где ты? Я тебя потерял. Вась, ты умираешь? Ну я моргаю, потому что жрать хочу безумно. Нет, ты умираешь. Умираю? Ну давай быстрее, найди мне сникерс, блин. Да я же типа занимаюсь этим вопросом так же, как и ты. Соль нашел, Вась, но это не подойдет, скорее всего, тебе. Скорее ты всего. Ты кричишь, как старая хуйня. А там все, я пролутал. Вась, ты очень кряхтишь сильно, ты выдаешь нашу позицию. Давай первый побегу, буду вызывать огонь на себя в случае чего. Тихо, Вась, сейчас у него будет еда. Сейчас типа ебану, да. Я ебану. Из него будет еда? Супчик из... Ой, Вась, я упал и умер. Слишком долго ты его ебашил. Вась, ты просто умер. Просто упал и умер. Сколько они не ели? Для тебя это ты просто с голоду помер. А знаете, бытует мнение, что вот когда вырастешь, съедешь от родителей, можно будет делать все, что хочешь. Только за плюсами взрослой жизни мы не любим задумываться о вопросах, которые придется решать самостоятельно. Как оплатить коммуналку, как получить полис и еще море самых разных взрослых дел. И специально для этих, да, к примеру, бесплатные, которые могут быть... Я, конечно, извиняюсь, я полезен именно вам. Я, конечно, извиняюсь, я появляюсь довольно-таки часто в этом ролике, но я вам должен кое-что объяснить. Вот следующий момент, который вы увидите, был записан в 3 часа ночи, когда наши мозги были похожи на желе. Ну, возьми дробовик, у меня его не было. А ты дробовик тоже взял. 15 тысяч стоит. Да. Так денег-то хуя, о чем ты? Да у меня не до хуя. У меня 40 косарей, блядь, еще осталось. Нет места у меня, но сейчас продам будет. У меня, правда, верстак, где верстак, вот верстак. Если до хуя бабок, потому что мне оружие скинуть, я продам, блядь. Я уже продал его. Слушай, я уже синее продаю, прикинь, у меня все синее. Я давно продавал синее уже. Может, я, наверное, подгоню тебя, наверное, подгонка. Винтовку. Что-то она слабая, будет посильнее. Это. Все равно себе стреляю. У меня был зеленый дробовик, даже не знаю, даже понятия не имею, когда я его поднял. Подогнать нож? Здесь... Он 13-го, я уже 16-го. У меня тоже, кстати, нож 13-го, один. 8 тот, косарей. Который красный? Который наш мощный. А у него 82, а нет, опыта. А, вон 36к. Ну давай, я продам, который у меня есть. Но... Вот да. Какой-то лучший еще есть? Только не передумай, я его... А это что? А, изогнутый нож? Не понял, ты о чем мне... Что ты имеешь в виду? Не, я лучше. Ты хотел мне нож отдать. В смысле? С чего ты... Не, ну не надо, я даже сказал, что ты... Ты о чем? Сказал подогнать, сказал подгоню, подогнать, ты о чем? Подогнать. Я вообще был в своем мире, ты... Подогнать? Ты о чем? Я свой единственный охуенный... Подожди, стой, я о чем? Я не понимаю, как ты к этому пришел? Я вообще не понял. Что происходит? Как ты к этому пришел? Я запишу, что ты сказал, хочешь нож? Я сказал, хочу нож подогнать, говорю. Мне... Подогнать по урону! Подгонка! Пожалуйста, не подогнать по урону! Я имел в виду, ты что, не подумал, что ли? Иди ты на... Я думала, к чему такое вот долгое непонятное что? Вопрос задал, ты подал, я что не понял. Подгонка уровня, подогнать ноль. Я... Можно очень встрять, да так... Потому что я чувствую, что можно и проебать его так. Я в руках с ним хочу спать. Я вот на камень положил сверху, и нормально, годится. Я знаю, кто останется без колеса единственный. Тот, кто последнего не успеет поднять. В смысле, блядь? Я просто не стесню в руках.
Едем на... Поехали. Реально спал с ним. Поехали, здесь дом. Я так этой штукой не научилась пользоваться. Марин! А вот твое колесо. Я б Марина просто... У дрона, у диджея такой же звук. Ну да, похож. Почему? А! Понятно. Без нашим колесам. Там обрыв, там обрыв. Правда? Можно толкать туловищем. Колесико. Крутился? Колесико. Как будто собака пытается хозяина. Я двигаю хоть немного, а? Да, 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 да. Да, да, да. Да, да. Я жду в мою сторону. Олег. Я снимаю на камеру. Не понял. Хорошо. Двигай, двигай ко мне, я тут, вот он я. А в чем прикол? Что вы смеетесь? Да двигай быстрее. Да я двигаю, ну. Давай, 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 давай. Нормально, нормально. Да господи. В следующий раз я буду первый ехать, я не хочу прыгать с да тобой. Да греби более дерзко, я просто в него плыл и все. Да я, блядь, как могу, так и оно же сбивается. Давай еще чуть-чуть, я почти... Мне кажется, его троллят. Нет, нормально все. Еще чуть-чуть. Давай. Не, подожди, но... Мы почти спасли твоего колесу. Давай, 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 давай. Странно, почему оно не тонет. Хорошо, что оно не тонет. Все, о, спас. Да. Теперь смотри прикол. Чё-то мне не нравятся так, такие надо, шутки. Надо их отсюда вытащить. Какой ты уёбан. Все, господа, я вас спасу. Я думаю, какая будет подстава? В ролике появляюсь, на сегодня все. Увидимся с вами завтра в 8 часов вечера на стриме. Это еще актуальная информация. Обсудим и это, обкашляем вопросики. Короче говоря, увидимся завтра. Всем пока. Ну, ботики дальше на заводе, но там не только ботики. Вась, он такой заряжен, он такой заряженный, Вась, он такой заряженный! Добро пожаловать! Чарка, блядь! Сука! Ну как его убивать? Просто сосальник ему зарядил, весь магазин и убежал. А ты пошел по него? Ты кем все возомнил? Слушай, у меня все патроны кончились. Чувак, я пойду на него с этим, с топором. А, ты еще жив? Вась, побегу на него с топором. Еще сим? Там что, хпшечки в столечко. У меня голова заболела, почему? Просто от мысли того, что я планирую что сделать. Тут было очень много моментов, которые типа, такой слушаешь, такой, блин, ну типа, что, просто обычный статичный разговор, и потом типа, ну ты мне нож-то отдашь? Такой, почему я тебе нож отдам? Ну ты же сказал, что подгонишь мне нож. Чего я такого не говорю? Ну... Прикольно, прикольно. Надо лайк зарядить.